Всем привет! Сегодня видео будет посвящено покупкам по 17-му каталогу компании Faberlic. И также расскажу о новинке 18-го каталога. Это будет тушь с силиконовой щеточкой. И кому интересна тематика таких видео, приятного просмотра! Так, давайте, наверное, начну со вкусняшки. Взяла себе в запас спрей еще один с ароматом апельсин с корицей. Это водный спрей, как освежитель воздуха. И здесь идет очень хороший состав. 11-220 у него артикул, очень вкусный аромат, новогодний, я своим активно пользуюсь сейчас, вот этот будет ждать своей очереди. Очень вкусный аромат сладкого апельсина с нотками корицы, действительно очень-очень новогодний, зимний, приятный, сладкий и согревающий. Дениске своему взяла, там хорошие цены были на детскую серию. И взяла гель для купания от макушки до пяточек. От 0 плюс идет этот гель. Очень вкусный аромат. Здесь довольно-таки щадящий состав. Павы вот эти более щадящие, не такие жесткие. И гель не так сильно пенится. Мы один раз попробовали, помыли голову ему. Не так много пены было, но та пена, которая была, она такая мягкая, деликатная. В глазки, конечно, мы не попадали, поэтому проверить тот факт, что глазки не щипят, не могу. И здесь еще отмечено, что гипоаллерген идет. Ну, в общем-то, аллергии у Дениски я не заметила. По бонусу взяла пасту себе из серии, пасты для всей семьи, лечебные травы. Как-то поначалу к этому привкусу относилась негативно, не очень мне понравился, так как это привкус каких-то трав, именно лечебных, какой-то настойки, может быть, я не знаю, ну чего-то такого. Но потом по прошествии времени применение этой пасты, в принципе, к этому вкусу я привыкла. А по действиям пасточка хорошая, она хорошо очищает зубы, плюс здесь идет противовоспалительное действие. А для всей семьи можно использовать, сама туба выглядит у этих паст таким вот образом. Хорошая, удобная, мне нравится паста именно вот этой линейки. Со скидкой 70% взяла себе попробовать подарочный набор кремов Platinum. Это новинка у них, у Faberlic, и это самая дорогая линейка кремов, которая представлена в каталоге. В подарочном наборе здесь идет дневной, ночной и крем для век. Дневной и ночной они идут в миниатюрках по 15 мл, и для век он полноразмерный, ну, опять же таки, тоже 15 мл. Также на обратной стороне описание, как использовать, состав. Faberlic хорошую задумку такую придумал, чтобы крема продавать именно вот в таких вот подарочных упаковках. Действительно, на Новый год очень классная задумка. Что касается кремов, кстати, вот так они здесь располагались. Ну и, собственно говоря, как крема выглядят вживую. Сначала хочу рассказать о креме для век. Я, наверное, буду снимать отдельное видео по этой линейке. Попробую уже, может быть, когда крема эти к концу подойдут, уже точно, что я получила от них. Но пока у меня такое двоякое мнение. Значит, крем для век. Здесь очень интересная помпа, то есть вы нажимаете, и с серединки начинает крем выдавливаться. Нажимать нужно совсем немножко, иначе очень много крема вылазит, и, ну, действительно, его много, я чуть ли не на два раза наношу его, получается. Крем жирненький, на зиму вообще классно. Здесь в составе уже после воды идет масло, не помню точно какое масло, по-моему, органа, если я не ошибаюсь, сейчас посмотрю. Да, масло органа идет на втором месте, то есть состав у этого крема самый лучший из всех, что здесь есть в этой линейке. И по свойствам мне понравился, хорошее питание дает коже, и такая приятная на ощупь она, в принципе, неплохо впитывается, но вот именно такой жирненький кремик, беленький, плотной текстуры. Самый, наверное, непонятный мне по составу и по действию оказался именно ночной, так как здесь идет, по-моему, на втором месте, да, на втором месте после воды идет силикон. Не понимаю, зачем в креме ночном силикон, тем более на втором месте, значит, его здесь достаточно много. Причем, когда я, не почитав составы, нанесла себе на кожу, неприятное послевкусие, остается пленка на коже, которую я ощущаю. Даже вот ночью я ребенка встаю кормить, и я вот к лицу прикасаюсь, ощущаю эту пленку. Неприятная, но вот по мере двух дней, в принципе, поры не забил.
Ну, попробуем. Обещаний много, и что и разглаживание морщинок, так как эта линейка идет как антиэйдж. И вообще у девочки смотрела, что от 30, говорят, возраста, поэтому я решила себе взять. Но на сайте я потом прочитала, что от 35. Но крема вообще можно использовать на 5 лет раньше, поэтому думаю, ничего страшного. Значит, это что касается ночного. Плотная текстура, в принципе, немножко я наносила, но вот эта силиконистость чувствуется и неприятное послевкусие на коже. С дневным кремом здесь уже получше, здесь этого силикона нет в начале. Причем я бы еще поняла, если бы он был дневном, для того, чтобы как-то разгладить кожу, да, перед нанесением макияжа. Но нет, почему-то так. Здесь более приятная текстура, более приятное послевкусие, кожа впитывает этот крем и не оставляет пленки. В принципе, особо жирности тоже он мне не придает, хоть у меня и кожа в зоне Т очень жирная. Ну вот тоже, опять же таки, забитости пор за два применения я не заметила. Приятная, тоже питательная текстура здесь идет. И что мне понравилось, это что кожа впитала его и не было какого-то ощущения липкости и чего-то на лице нанесенного. Значит, что касается отдушек, то отдушки, на мой взгляд, сильные, и вот что-то они мне напоминают. То ли Фаберлик были такие крема с отдушками. Вроде бы, наверное, так. Здесь что-то сладко-ванильное. И причем в дневном креме эта отдушка намного сильнее, чем в ночном. А сделала такой небольшой анонс по вещичке по одной. Взяла я себе трикотажные брюки, артикул 59581. И это размер 40, черный. Это давно уже выходила у них линейка, с такими замочками идут. Брюки трикотажные, очень приятные, завышены талии, и они как бы утяжки. Хорошо формируют зону талии, как-то скрадывают вот этот переход к бедрам и попы так подтягивает. В принципе, симпатично смотрится. Как на мне они выглядят, я буду снимать отдельное видео по вещам. Я очень боялась, что 40 размер мне будет маленький, но нет, я в него залезла. Значит, ну, обыкновенные брючины, они больше даже похожи на брюки леггинсы, наверное, их можно так назвать. В принципе, косяков по шитью я никаких не заметила. Надеюсь, подольше я их поношу и не так быстро этот трикотаж закатается, поэтому буду с удовольствием носить, очень приятные к телу. Ну и теперь, что касается новинки 18-го каталога. В общем-то, каталог не радует особо новинками, и особо выбрать нечего, поэтому только вот тушь взяла заранее испробовать. Кстати, в этом 18-м каталоге она будет по акции, по бонусу, и можно будет приобрести со скидочкой. И я вам советую ее так приобретать, потому что тушь хорошая. Я ее нанесла сегодня первый раз, с первого раза она мне очень понравилась. Здесь такая своеобразная кисточка, она очень маленькая, когда даже вытащила тушь, удивилась, насколько маленькая кисточка здесь идет. Она силиконовая. Артикул туши идет 55-56, и это, наверное, самая удачная тушь силиконовой кисточкой из линейки Skyline, которые я пробовала. В принципе, я их все пробовала. Я каждую новую тушь беру пробовать у Faberlic. И понравилось, с первого нанесения хорошо жирненько наносит, хороший ограничитель, сами вот эти волосочки, да, силиконовые не царапают века, как было в прошлых тушах, и хорошо прокрашивает, как бы подрасчесывает, хороший объем дает, не сказала бы, чтобы длину, но объем дает хороший, действительно, в принципе, здесь она и заявлена как для объема. Хорошая тушь, могу посоветовать, особенно по той цене, которую предложит Фаберлик в 18-м каталоге. Ну вот на этом я буду с вами прощаться, надеюсь, мой отзыв был для вас полезен. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, новые выпуски. И всем до скорых встреч, пока-пока!